С вами Retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Никола, здравствуйте. Добрый день. Ряд вопросов у нас есть к вам. Начнем, наверное, с того, как прошла сессия, что там происходило. На мой взгляд, сессия была очень интересная сегодня. У нас был состав очень известных спикеров и профессионал своего дела, который уже на протяжении много-много лет занимается созданием бизнес-центра, созданием многофункциональных комплексов и созданием, безусловно, инфраструктуры ритейла в этих бизнес-центрах. Происходила дискуссия достаточно большая на тему, как правильно создавать инфраструктуру бизнес-центров, на что нужно уделять внимание, что сегодня такое инфраструктура бизнес-центра и как правильно подходить к созданию такой концепции. И очень сильно радует то, что рынок очень сильно вырос в этом направлении, все стали более профессиональны и обращают огромное внимание на инфраструктуру бизнес-центра, ставя во главе все-таки потребителя, человека в первую очередь. И мы живем такое время, когда человек в центре внимания, и сейчас ритейл в бизнес-центрах и в МФК не просто инфраструктура и не просто какие-то квадратные метры, а это уже нечто, что становится все более и более востребованным. И сегодня, если говорить о потребностях офисных арендаторов, наверное, входит в топ-3 характеристик, на которые офисные арендаторы обращают внимание при выборе той или иной площадки. Поэтому было очень много нового интересного, и нам было интересно понять то, что мы, когда создавали свою инфраструктуру в офисном парке Ком-Сити, мы правильно подошли к этому вопросу создания концепции, и сейчас, строя вторую очередь, мы уже думаем наперед о том, как мы будем ее создавать, это продолжение этой инфраструктуры, на что нужно уделять внимание для того, чтобы дополнить сервис услуги для наших резидентов. На самом деле вы своим ответом удовлетворили, наверное, рассказали все, что нам нужно знать. Остается только поблагодарить вас за ваш ответ, пожелать вам успехов. С вами Retail.ru, оставайтесь с нами.